Дорогие друзья, на этом наш вечер не кончается. Сейчас мы споем бисовую песню. Это же бис, я правильно понимаю? Вот, сейчас мы поем бисовую песню, а потом Евгений Николаевич будет давать автографы. Вот там, где продаются диски. Один мой знакомый администратор говорил так обычно в конце концерта. Если вы хотите внести частичку тепла сегодняшнего концерта, то диски продаются сразу возле выхода. Когда мы выступаем трио Брют, мы всегда заканчиваем наше выступление одной и той же песней. И сегодня мы без нее тоже не уйдем. Александр Медведенко. Единственный.